Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Вот такие вот тапочки мы вяжем, носки, тапочки, слитки, как хотите назовите. Такие интересные, смешные, то ли овечка, то ли собачка, но я бы сказала, больше похоже на собачку. Очень просто все вяжется, ничего не боимся, все легко и просто, как обычно у меня. Мне нужен срочно подарок, поэтому я вяжу эти тапочки. Вот у меня было изначально два мотка ниток, я просто вам показываю, из каких ниток я вязала. 100% полиэстер, такие они чуть-чуть буклированные. Но я бы вам советовала взять обычные нитки, не буклированные. Он будет намного проще. Но у меня другого не было, подарок мне нужен был срочно, поэтому я вязала из того, что есть. Вот, 125 метров в 100 граммах, то есть такие плотные нитки. И ушло у меня приблизительно, вот из двух мотков у меня вот сколько осталось, то есть не 200 граммов, где-то у меня ушло 130-140, вот так вот примерно. Вот, начинаем мы с того, что вяжем прямоугольник. Я набрала 40 петель. Сейчас вам скажу, на мои 40 петель при этих нитках это 24 сантиметра. Ориентировочно ножку меряем, обхват ноги, вот где мизинчик, вот здесь вот. Примерно должно получиться то же самое. Примерно, может чуть-чуть больше. Плюс еще растягивается так, чтобы длина ноги 26 сантиметров у меня. Но тоже учитывайте, что изделие тянется и так, и так. То есть лучше меньше, чем больше. Вот, 40 петель я набрала и провязала, по-моему, 80 рядов. Это уже индивидуально. Столько, сколько вам нужно на вашу ногу. Вот такой вот квадрат. Их будет. И вяжем ушко. Вязала спицами 3,5 мм. Набираем 3 петли. 3. И вяжем лицевыми петлями. Лицевыми петлями, включая кромочную. То есть кромочную тоже мы вяжем лицевыми петлями. Первый ряд просто провязываем, во втором ряду снимаем кромочную, делаем воздушную петлю. Теперь на спицах у нас 4 петли. Поворачиваем, делаем то же самое. Первую снимаем кромочную, делаем воздушную петлю. Вяжем до конца ряда. Итак, мы вяжем до того момента, пока на спицах у нас не будет 8 петель. Ну, теперь у меня 8 петель. Далее я вяжу ровненько, без добавлений. Вот, вот этот участок мы провязали. Теперь вяжем этот ровный участок без добавлений. Кромочная последняя у нас лицевая. Продолжаем ее вязать лицевой. Так, провязала я 8 рядов ровно. И теперь будем делать убавление. Точно так же кромочную снимаем, провязываем 2 вместе. Точно так же, как мы делали добавление, теперь мы сокращаем петелечки. В начале каждого ряда после кромочной петли. И до того момента, когда на спицах у нас останется все те же 3 петелечки. Вот смотрите. Вот осталось 3 петли, я их закрываю и ниточку обрезаю. Вот такое ушко у нас. Теперь будем делать сборку. Так, вот они ушки. То, что я, девчонки, говорила. Плохо, что у меня буклированные нитки, потому что я не могу ими сшивать. Конечно же, лучше сшить нитками оригинальными, но я буду сшивать обычными, потому что буклированными я не могу сшивать. Теперь, что мы делаем? Мы берем, складываем пополам нас, вернее, ну да, складываем пополам как бы наш тапочек и еще раз пополам, то есть определяем вот эту серединку. Серединку обозначаем маркером. Вот так вот. Теперь берем с этой стороны, собираем на иголочку. До конца просто собираем вот так вот и стягиваем,
стягиваем, фиксируем. Но видите, у меня очень тонкая нитка, поэтому я буду еще прошивать здесь, а вы просто стягиваем, фиксируем и зашиваем вот здесь вот при надобности, если нужно. Если не нужно, то просто фиксируем. Если у вас толстые нитки и вы затянули, я боюсь сильнее затягивать. Так, и теперь до нашего маркера сшиваем наш тапочек. Вот видите, просто обычно сшито. Теперь я сшиваю вот эту часть, вот так вот сложенную вдвое, сшиваю здесь вот немного. Вот она сшита, наша тапотулечка. Выворачиваем ее. Конечно же, можно здесь оставить незакрытые петли и стянуть это все иголочкой, крючочком, как угодно, девчонки. Но я решила, ну я же говорю, у меня проблема была с буклированной нитки. Теперь, вот смотрите, вот такой вот лапоть у нас. Самый настоящий лапоть. Теперь отворачиваем вверх. Видите, следим за тем, чтобы вот эта часть у нас была такая, ну, побольше, потому чтобы сделать вот этот отворотик. Сравниваю с этим приблизительно, чтобы был одинаковый. Теперь начинаю шить. От здесь сводим на нет, вот к этому, к этой части. Видите, начинаем шить отсюда. Здесь вот я измеряю, сейчас вам покажу, сколько от центра у меня находится ушко. 3 сантиметра от центра, то есть мне здесь надо прошить 3 сантиметра. Ну, потом я как бы ставлю здесь ушко. Вот, отлично. Теперь берем наше ушко. Я просто его подставляю под этот отворотик вот так вот и пришиваю. Все ниточки туда запихиваю, чтобы было аккуратненько, чистенько. Вот так вот. И пришиваю. И вот так вот по кругу с другой стороны пришью второе ушко. Вот видите, как оно. Одно и второе. 3 сантиметра сюда и 3 сюда. И под этот отворотик мы фиксируем ушко. Так, вот такая вторая заготовка. В принципе, тапочек готов. Теперь носик и глазки. Девчушки, кто не хочет заморачиваться, или кто не умеет вязать крючком, или кто находится там, где негде купить фетра, я вам покажу, как связать крючком. Но если у вас есть черный и белый фетр, или у вас есть рядышком магазинчик, в котором вы можете это купить, вырежьте кружочки из белого фетра, из черного фетра и пришейте глазки и носик. Я же, так как я нахожусь в горах, я это все дело вязала крючком. Вязала тонким крючком. Вот они мои заготовки. Я сейчас вам покажу. И то очень тонкими нитками. Сейчас я вам покажу, ну, побольше этот вариант. И как его связать. Вот, вот мой нос, вот мои глаза. Я просто их пришью. Как связать, сейчас объясняю. Белыми нитками, вот я вяжу серыми. Вяжем 7 петель, цепочку из 7 петель. Замыкаем кольцо. Но я же говорю, у кого есть возможность, 2 воздушные петли подъема. Теперь 5 столбиков с одним накидом. 5 столбиков с одним накидом. 3, 4, 5. Далее, столбик с двумя накидами. Столбиком с двумя накидами,
Далее 5 столбиков с одним накидом. Раз, 5. Вот. И теперь с двумя накидами. 4, 5, 6 с двумя накидами. И замыкаем кольцо. Все. Вот из белого, из белых как бы ниток мы вяжем такой овал. Видите, внутри получается дырка. Тут вы обрежете, я не буду обрезать, потому что я вам показываю. Вот он, глаз. Так, далее, центр из черных ниток. Можете сделать синие глаза, можете голубые, это ж такое дело. Вяжем цепочку из 5 петель. Раз, два, три, 4, 5. Замыкаем кольцо. 2 воздушные петли подъема и вяжем столбиком с накидом, с одним. 16 столбиков с одним накидом. Замыкаем кольцо, ниточку обрезаем, протягиваем. Я, соответственно, не обрезаю, просто вам показываю. Теперь берем иглу с ниткой, соответственно, черного цвета. А, что хочу сказать, этих деталек вяжем 4 штуки, этих деталек вяжем 6 штук. Теперь берем иголочку, где у нас дырка, видите, мы ее так сплющиваем и зашиваем, чтобы у нас тоже такой поменьше овал получился. Все 6 штук мы вот эту дырочку зашиваем. На вот этой детальке мы дырочку оставляем, она нам мешать не будет. Вот, но на этих мы зашиваем, и получается вот такой вот овал, это будет нос, и вот такой вот овал, это будет глаз. То есть все делаем одинаково. Теперь этот глаз мы нашиваем на вот эту белую часть. Видите, она у нас закрывает эту дырку, дырка остается внутри, поэтому мы ее не трогаем. И вот такая вот заготовка глаза у нас получается. Потом мы эти глазки пришиваем на тапочек и пришиваем носик, и все. И у нас все готово, девчонки. Красиво упаковываем и дарим подарок. Вот. А с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока!